Веста СФ Раменская начала свою деятельность в 2006 году. Несмотря на свой молодой возраст, организация достигла серьезных успехов в области строительства многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы. Сегодня Веста СФ Раменская – это динамично развивающееся предприятие, коллектив единомышленников, главные приоритеты которых – высокая ответственность, честность и профессиональный подход к делу. Всегда выполняя свои обязательства перед партнерами и покупателями, завершая строительство в установленные сроки и привлекая к работе только высококвалифицированных специалистов, компания заняла прочное место на рынке недвижимости. Основным фактором успеха компании является комплексный подход к решению задач. Особое внимание уделяется подбору и обучению сотрудников. Персонал компании – это слаженная команда специалистов с серьезным опытом работы в области проектирования и строительства, которая готова и способна взяться за реализацию проектов любой сложности. Практический подход и слаженное функционирование команды профессионалов позволяют Веста СФ Раменская комплексно подходить к реализации проектов. От определения параметров наилучшего использования земельного участка, разработки концепции, предпроектной подготовки, получения исходно-разрешительных документов до проектирования и самого строительства. Веста СФ Раменская доверяет выполнение работ только проверенным подрядчикам и узкоспециализированным субподрядчикам, что в конечном итоге позволяет строго соблюдать сроки и гарантировать высокое качество возведенных объектов. На всех стадиях реализации проектов, от момента подготовки стройплощадки до окончания отделочных работ, инженерно-технический персонал компании тщательно отслеживает соблюдение всех технологических норм и правил. За годы работы компании построены и введены в эксплуатацию многоквартирные жилые дома общей площадью более 145 тысяч квадратных метров в городе Раменское. Дома возводятся по индивидуальным проектам, что украшает и делает неповторимым облик района. Заботясь о комфорте жителей возводимых объектов, Веста СФ Раменское строит не просто красивые дома, но также продумывает планировочные решения и благоустраивает придомовую территорию. Предусматриваются удобные парковки, в том числе и подземные, озеленение, а также детские и спортивные площадки. Параллельно со строительством новых домов Веста СФ Раменская ведет работы по благоустройству придомовых территорий жилых комплексов. Так, в жилом комплексе «Раменская парк» введена в эксплуатацию зона отдыха, построен сквер с детской и спортивной площадками, который с первого дня открытия стал любимым местом отдыха жителей микрорайона и соседних домов. В 2011 году к началу учебного года сдан в эксплуатацию детский сад комбинированного вида на 170 мест общей площадью 4157,6 квадратных метра. Реконструкция и строительство этого объекта проведены в поразительно короткие сроки. Практически каждый элемент здания выполнен с использованием самых современных технологических решений, позволяющих обеспечить максимально комфортные условия для жизни детей. Все инженерные системы и оборудование здания могут служить образцом применения высоких технологий в строительстве. В 2014 году начато строительство еще одного детского сада на 150 мест, ориентировочной площадью 4000 квадратных метров. Строительство нового детского сада позволит решить проблемы по устройству малышей в активно развивающейся залинейной части города. На сегодняшний день компания заняла свою нишу на рынке и заслужила достойную репутацию среди клиентов и партнеров. На протяжении всего времени работы Веста СФ Раменская стремится делать больше, быстрее и лучше.